то, что вы не отказываете нам постоянно, поддерживаете нас в наших начинаниях. Спасибо вам огромное. Это авторские вещи, и я не делаю ни каких-то четких сколов с этнографических вещей. Естественно, я любую всегда и народным костюмом, причем не обязательно русским, и костюм других национальностей меня также прельщает. То есть мне кажется, что просто вот этот вот сложный рукодельный труд, он не может оставить равнодушным ни одного художника. Конечно, мы черпаем вдохновение, но так сказать, чтобы это был какой-то костюм, в общем-то, нельзя. Это такой мой микс, переработанный, пережитый мной, вот рожденная форма.